Эй, крачка. А, в смысле, ты охренел? Вот это что внезапно было. Беги, собака, беги. Так, ладно, не-не-не, курица, отстань от меня, пожалуйста, ты чё? Игра только началась, ты уже на меня агришься. А офис, открой, кексик, пусти меня, кексик! Ля-ля-ля-ля-ля, напугай, напугай, напугаю. Ну ладно, страшно, страшно, все, успокойся, пожалуйста, вот так. Мы на складе, это склад ФНАФа. Офигеть, склад ФНАФа, и там кто-то ходит, что за дичь? Привет! Прямо сейчас мы поиграем в новый и очень крутой хоррор под названием FNAF Reborn. Будет страшно, интересно и будут криповые ужасные аниматроники нас пугать. За это уже можно поставить 1 000 000 лайков прямо сейчас. Это канал FNAF Play, а я Golden Freddy, и погнали играть! Я надеюсь, вы готовы увидеть ужасных холд аниматроников. Начинаем новую игру и посмотрим, что же нужно делать в этой игре. Итак, ночь первая, серьезно? О, у нас появилась цель, смотри, 9 января, найди ключи, иди на сцену или за сцену, крутани вентиль, чекни аниматроников и сбеги. Вот и все, делов-то, ну погнали. Мы пришли в пиццерию ночью, как обычно. Возможно, я не должен этого делать. Чувак, я бы тоже на твоем месте не стал этого делать, пойдем, давай нахрен все бросим, пойдем домой, это же идеально, да. Ну, конечно, так нас и выпустили, да-да-да. Я пытался, ребят, я пытался свалить отсюда, но у меня не получилось. У меня есть фонарь, у меня нет фонаря. Я в темноте, зашибись. Ну, давайте походим здесь, чё, что ты... Смотри, чикуха. Тебе нормально все, чика? Эй, крачка. А, в смысле, ты охренел? Вот это что внезапно было. Беги, собака, беги. Так, ладно, не-не-не, курица, отстань от меня, пожалуйста, ты чё? Ты игра только началась, ты уже на меня агришься. А офис, открой, кексик, пусти меня! Кексик! Нет! Так, меня чика отфигачила, зашибись. Вот это начало игры, вот это мне нравится, окей. Давай еще разочек. Я не понял, а как вообще, а почему она меня загрелась? Курица, ты что беспределишь, а? Может, она пиццы захотела? Но у меня нет пиццы. Так, давай не буду к тебе подходить. Что ты там делаешь? Она руки вверх подняла? У нее все нормально вообще, как бы, а? Очень странно ведет себя эта курица. Окей, а что нам делать-то? И Фокси есть. Тут есть курица и Фокси. Так, подожди, давайте осмотрим здесь все. Тут, во-первых, ни хрена не видно. Свет везде мигает. Дверь закрыта, зашибись. Не понял. Фокси руками махает. Ага. Вам весело, я смотрю, да? А чё меня Кекс-то не пустил? Кто дверь вообще закрыл здесь? Кекс! Ой, там ключ-карта, по-моему, лежит, да, какая-то? Или чё там? Кекс, пусти меня, пожалуйста. Открой дверь, Кекс! Ты меня подставил, между прочим. А мне кажется, он на чике закрылся, она хочет его сожрать. Чё она делает? Вы зарядку делаете? Я не понял, два дебила, вы чё? Офигели? Они реально зарядкой занимаются? Они такие, а, руки вверх, тыры-пыры. Так, ладно, может мне сюда? Курица, даже не думай. Да. Ля-ля-ля, смотри, ля пошла. Ты что делаешь, дура? Она учится пугать, она тренируется. Блин, она тренируется скримерить, офигеть. Вот это внезапный поворот. Вот, оказывается, чем занимаются аниматроники по ночам. Учатся пугать. Классно. Да закрыто все. Так, мне надо... А, найти ключ надо. Найти ключ. А где может быть ключ? На столе? О, что это такое? Что это? Спокойно. Ключ! Хорош, я нашел ключ. Я тебя сейчас попугаю, ага. Ля, и Фокси тоже. Фокси тоже. Ты в смысле, курица? Отстань! Отстань от меня! Может запрыгнуть на стол? Хрен там плавал, не получается. Так, я на столе. Иди в задницу. Иди на сцену, слышишь ты? На сцену иди. Да на сцену иди, дура! А как мне от нее отстанет? Отстанет меня. Так, ты кусок курицы, иди отсюда, пожалуйста. Да, я спокойно. Она кривая какая-то, да? У меня нет пиццы. У меня... Иди кексик забери. Хватит бегать на одном... Уходи на сцену. Главное, что Фокси не активировался. Вот почему, Чика, почему ты на меня агришься, а Фокси нет? Ля, смотри, смотри. Хотела напугать меня. Бан тебе, Чика. Что с ней происходит? Успокойся, пожалуйста, куриная кра... Смотри, ля-ля-ля-ля-ля. Напугаю. Ну ладно, страшно, все, успокойся. Успокойся, пожалуйста, вот так.
А теперь иди нахрен, забери свои провода и иди на сцену. Достал ты меня. Все, она зависла. Я пошел. Да какого ж хрена-то? Она отвисла. Так, спокойно. Тупая курица. Там что лежит? Спокойно. Там что-то фонарик какой-то. Уйди, пожалуйста. Фокси, спаси меня. Злобешная курица бегает. Спаси меня, плиз. Фокси. Да что ж. А, в смысле, вдвоем? Вдвоем бегут! Охренеть. Я Фокси поймал. Блин, уже два скримака. А в эту игру можно выиграть вообще, нет? Так, давай так, давай ты завезешь 1 000 000 лайков, и мы затащим, потому что без твоих лайков ничего не получается, серьезно. Я понял, почему мы не можем затащить. Лайков мало. Серьезно, лайков мало, вот лайков будет больше, мы затащим полюбас. Так, курица. Спокойно. Тут ключ, 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 ага, ключ, сразу берем ключ. Сразу берем ключ и валим в ту дверь, потому что тут единственная дверь с ключом, да? Так, спокойненько, давай. Раз, два. Подошло. Так, курица, успокойся, пожалуйста. О, фонарик хорош. Так, у меня есть фонарь. Наконец-то у меня есть фонарь. О, это что такое? Видеокамера? Что с ней делать? Возьми. А, это сохранение. За мной написано, игра сохранена. Хорош. Вентиль. Вот он, вентиль, смотри. Хорош. Так, прохождение идет. Контент пошел. Классно. Так, главное курице не подходить. Фокси. Фокси. Ты адекватный? Да-да, на меня же не будет Фокси агриться, да? Фокси. Что ж такое? Ты запрыгни. Фокси. Ну смотри, Фокси не особо агрится. Вот курица дикая, а Фокси вроде спокойный. Я не знаю, куда мне идти. Возможно, мы что-то открыли. Потому что мы дернули вентиль. Давайте разбираться. Ну смотри, вы лайков завезли, аниматроники спят. Молодцы. Молодцы, ребят. Давайте побольше лайков еще поставим, чтобы вообще было ништяк. Чтобы аниматроники нас не достали никогда в жизни. О, офис открыли. Здорово, кекс. Ты че меня не пускал первый раз, козлина? Так. Хорош, монитор. Еще монитор. О, видеокамеры. Так, а чё? Hello, is this thing on? Ты один по голове себе постучи, фон Гай, блин, неадекватный. Так, ключ-карту берем? Берем. Хорошо, сохранение делаем? Делаем, все отлично. Сохранился, все хорошо. Так, шкафчики. Пусто, пусто, пусто. Зашибись. Какие классные шкафчики, обожаю. Так, а мы можем закрыться вообще, ну-ка? О, у нас даже работают кнопки. Это интересно. Так, а я взял ключ-карту. Значит, у меня есть ключ-карта, мы можем открыть дверь какую-то. Ну-ка, давайте посмотрим. Тут мы еще не ходили. Так, вот есть какая-то дверь. Главное, что аниматроники на меня больше не агрятся. Это супер. Лайками ты меня спас, спасибо. Вот, дверь мы открыли. Супер! Да, Чика до сих пор пугать учится, да? Это неадекватное. Так, ладно. Что тут есть? Генератор. Его можно включить? Да, я его включил. Так, а тут у нас... двери. Давайте, ну, точнее, шкафчик. Давайте посмотрим. Да открой ты шкафчик, открой, говорю. Да, пустые шкафчики. Бесполезные шкафчики. Так, радио. 1987? Так, спасибо. Ну, типа, это говорит про укус 87. 1987, я сказал. Не знаю, зачем. Возможно, эта информация нам нафиг не нужна. Но мы с вами знаем, что тут разные фунгаи. И они нам говорят какую-то фигню. Им весело. Мы включили генератор. Это значит, что мы что-то открыли. Чика, успокойся, ты, блин, научилась уже пугать. Я уже обосрался, все. О, по-моему, это было закрыто, да? О, еще сохранялка, супер. Как много здесь сохранялок, это мне нравится. Хотя бы не с самого начала, как ключ-карта. Я взял ключ-карту. Так, подожди. 1987. Ну-ка. О, открыто. Ха, хорош, мы что-то открыли. Так, еще один фонгай, ясно. Фонгаев тут хоть жопой жуй. Так, давай, Фокси, ты не будешь меня пугать. Окей, я сейчас зайду сюда. Потому что у меня есть ключ-карта. Не подходит. Так, другая ключ-карта. Хорош, подходит. Фокси, спокойно. Стоим спокойно. Огнетушитель, зачем? Так, а что тут делать-то надо? Это что-то... Это... А зачем? Подожди, а в чем прикол? Тут же ничего нет. Тут есть... А, тут сохранялка. Огнетушитель не берется. Может, тут что-то есть полезное? О, ключ! Серьезно. Ключ. Все. Так это ключ от выхода. Ха, лошары, пока. Неудачники, я сваливаю. Это же, наверное, ключ от выхода. Тут больше нет дверей просто. Так, окей, закрываемся. Закрываемся, на всякий, мало ли. Ну-ка, проверяем. Да, смотри, разблокировал дверь. Все, я выбрался. Офигенно.
здесь. Надо выбираться из этого говёного места. Есть, мы это сделали, мы прошли первую ночь. Это что, вторая ночь? 10 января? Я... В смысле, уже утро? Не понял, что происходит? Лучше взять фонарик. Так я и так иду к фонарику, чувак. Типа я что, совсем тупой? Там кто-то ходит. Мы на складе. Это склад ФНАФа. Офигеть, склад ФНАФа, и там кто-то ходит. Чё за дичь? Чё, мне это в смысле? Не-не-не-не-не. Это что такое? Это камеры. О, это камера от лица того, кто ходит, серьезно? Он разговаривает со мной. О, это Бонни без лица, он разговаривает со мной. Бежим нахрен. Офигеть. Офигеть, это Бонни без лица, и он ходит прям за мной. Пошел ты в задницу. Он тут не пролезет же? Он же тут не пролезет. Ха-ха-ха, лох обоссанный. Все, да, смотри, прикол. Тарабарапам. И что ты мне сделаешь? Ха-ха-ха. И что ты мне сделаешь-то? Эй, Бонни без яйца. Бонни без яйца. А может без лица. Та-та-та-та-та-та. Ой, какой он тупой, обосраться может. Давай, давай, давай. Без яйца. Пошел вон. Итак, по заданию. Найди три вентиля. Найди три вентиля. А где я найду три вентиля, интересно? Так, найди три вентиля. Спокойно, бежим. Найди три вентиля. Потом что написано? Найди все ключи. И что еще? Разблокируй двери. А где вентили? Они же на стенах, наверное. Так, ну я вижу три двери. Ты сколько дверей, столько вентилей. Это правильно понимаю? Так, в конце что-то есть. В конце что-то есть, спокойно. А, еще ну последний пункт. Сбежать. Сбежать. Это понятный. Так, 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 быстрее. Сохраняемся, сохраняемся, сохраняемся. Я сохранился. Я сохранился. Так, Бонни, отстань от меня, пожалуйста. А где я найду ключи и вентили? Тут же нет ни хрена. Я обошел все. Весь склад. Тут ничего нет. А если я залезу наверх? Ха! Лошара! Сюда иди! И че, ты меня не достанешь, слышишь? А-а-а! Что? Что? Что это сейчас было, нахрен? Это сейчас что было? Фу, ты че меня напугал-то, придурок? Да что с тобой? Так, у меня главный герой сломался! У меня главный герой сломался! Че происходит, блин? Я сломал игру! Я не могу ничего делать! Игра! Игра! Она сломалась! Чёрт! В общем, игра реально сломалась. Я сейчас попробую загрузить. О, я загрузился, супер. У меня сломалась игра, короче, видимо, когда он видит аниматроников вблизи, он начинает паниковать. В итоге он запаниковал и все, и сломался. А я сюда могу залезть? Да, могу, смотри-ка. Так, спокойно. Я вот тут могу стоять. Он будет тупить и меня не видит, хорошо. Так, давайте осмотримся, попробуем найти все-таки либо ключ, либо вентиль, либо что-нибудь. Давайте дальше искать. Да, я забаговался! Спокойно. О, мы сломали его! А, мы сломали зайца! А, мы сломали зайца! Я обожаю ловать игры. Цо, он пошел. Нет, он сломан, все. Так, зайца мы сломали, это хорошо. Надо найти ключи. Все, мы его сломали, отлично. Мы его сломали, он больше нам не... Точнее, нас он больше не напрягает, не мешает. Может, я сюда могу залезть? Только оп. Да, я сюда могу залезть, кстати. Да ё-моё. Тут можно перепрыгивать вот эту всю парашу. Вентиль нашел, ребята! Так, окей. Какая-то из дверей открылась. Но вот какая из дверей открылась, я не знаю. Давай искать. Главное, что мы сломали зайца, он нам теперь вообще не мешает. Но он немножко туповат, так что нормально. Он немножко туповат, этому я очень рад. А вот и дверь. Втолкан открылась. И, собственно, тут есть сохранялка, кстати. Давайте сохранимся. Так, отлично. И вентиль. Еще один. Блин, опять игра сломала. А, нет. Спокойно, я закрыл случайно вентиль. Так, тут сломал толчки. Давайте откроем еще раз его. Все, погнали. Открылась следующая дверь, я не знаю, какая, мы сейчас будем выяснять. Либо та, которая вдалеке, либо та, которая рядом. Наверное, которая вдалеке. Да, в которой вдалеке. Подожди, а две двери же получается. Да. Получается, сейчас у той двери она закрыта. По-моему, она закрыта. А, он начал ходить, кстати. Почему дверь закрыта? Я же ее открыл. Так, секундочку. Дверь, ты охренела? Дверь я тебе открыл вообще-то, в смысле? Блин, проблемка у нас обосновалась. Тут заяц начал ходить снова. Либо тут где-то есть ключ. А, тут есть ключ, действительно. Возьми, пожалуйста.
ключ возьми. Ключ возьми, собака. Ключ! Он сейчас придет сюда. Ключ возьми, идиот! Да возьми ты ключ-то! Я успею? Успел. Хорош, вы взяли ключ. Я просто... Ну ладно, окей. Так, заяц, успокойся, пожалуйста. Надо было взять ключ в раковине, серьезно. Ну, либо мы сейчас открываем дверь, либо нам жопа. Быстрее можно? Быстрее, собака! Да быстрее, зайди туда! Придурок, я застрял! Да как так-то, ёма? Он застрял! Этот кривоногий, тупой дебил, дегенерат, идиот. Он тупо застрял. Он тупо застрял. Гениально просто. Ладно, берем ключ сразу. Сразу ключ берем. Возьми ключ, пожалуйста. Блин, не видишь. Короче, когда фонарь у тебя активирован, ты не видишь, короче, прицел. Ладно. Я взял ключ. Сразу бежим, открываем дверь. Вот только попробую застрять. Он слишком пережрал. Так, заяц далеко. Хорошо, заяц далеко. Значит, проходим мы легко. Открой. Да? В смысле? Да тут коробок навалено, как говна! Да пошел ты, заяц! О! Так, я жив, я жив! Ху-ху-ху! Так, надо его, надо, чтобы он застрял. Там коробок, короче, как говна навалили. И я не могу пролезть из-за этого, прикинь? С прыжка залетаем, давай, дверь открываем, с прыжка, давай, окей. Раз, два, спокойно. Опа! 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 Да пошел ты в очко! Да пошел ты в очко, заяц! Да ты иди ты в жопу, дебил! Ну там невозможно пройти! Да все, ладно, я уже не могу. Эта игра меня бомбит, короче. Эта игра меня бомбит жестко, потому что там невозможно пройти, она конченая. Игра, скажи, что ты конченая просто. Да что происходит с этой игрой? Мне просто так камера поворачивается. Просто так, сама по себе. Сама по себе просто так берет и поворачивается камера. Ладно. Типа, ну окей. Он застревает, он не может там пройти, главный герой. Я не знаю, что с этим делать, реально. Я вообще не понимаю. В общем-то, чтобы пройти сюда, нормально. Мне пришлось взломать игру, убрать тут эти коробки к хренам ко всем. И теперь их здесь просто нет. Все, Бонни, пошел в очко. Капец, серьезно? Блин, офигеть, кто бы мог подумать, что чтобы пройти игру, нужно ее сначала взломать, удалить коробки, которые мешаются пройти. Мне интересно, а разработчик сам-то игру проходил? Или нет? Что за бред вообще? Ты бы хотя бы сам игру прошел, потом бы ее выпускал уже. Ладно, последний вентиль дергаем. Тут еще есть лестница, кстати, но она не работает. Типа, ладно, я дернул последний вентиль, открылась финальная дверь, которая там дальше, да? Давайте я сохраню сейчас. Я надеюсь, зайца там на выходе сейчас не будет, иначе это будет жопа. Да, это, конечно, было бредово, ну ладно. Итак, зайца нет. Заяц там. А мне туда и надо. Так, заяц, слышишь ты? Собака. До свидания. Черт, он сейчас тут пройдет, да? Да, он тут прошел. Он тут прошел. Хитрожопый какой. Но я уже бегу на выход, мне насрать. И он же не зажмет меня там. Я надеюсь, что нет. Ключ? Что тут? Вентиль, ключ, спокойно. А что это за ключ? Подожди, а чего этот ключ? А, сбежать надо! Так, ну либо я сейчас сбегаю, либо мне хана. Я сбежал. Ха, лох обоссанный. Спокойно. Неужели мы прошли вторую ночь? Капец, это была жопа. Реально, чтобы пройти игру, нужно было ее взломать и коробки убрать. Гениально. Просто гениально, разработчик. Ты, конечно, молодец. Я такого, да. Ладно, 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 я иду, это выход, я справился, я выиграл, я победил, я затащил, погнали отсюда, нафиг. Есть! Все, друзья, мы это прошли, я не знаю, это просто трэш, за это уже надо заводить 1 000 000 лайков, потому что я все-таки смог это пройти. Да, хоть и финала здесь особо нет, но это, видимо, демо-версия, и еще и недоделанная, блин, разработчик, пожалуйста, доделай, убери эти коробки сам, потому что, блин, мне пришлось взламывать игру, чтобы их убрать. Ты сам их убери и выпусти нормальную игру, окей? А мы тебя поддержим лайками. В общем, мне игра понравилась, было интересно убегать от Бонни и от Чики, и от Фокси. В общем, было классно. Надеюсь, тебе тоже игра понравилась, ты уже завез кучу лайков, чтобы поддержать разработчика, чтобы он выпустил полную версию этой игры с новыми уровнями и интересными новыми страшными аниматрониками. Ну а сейчас всем удачи и увидимся в следующих сериях. Всем пока!